США замедлят сроки вывода своих войск из Афганистана. Об этом объявил президент Барак Обама. По его словам, к 2017 году в этой стране останется 5500 американских военных. Ранее Вашингтон намеревался полностью вывести свои войска, за исключением охраны посольства, к концу 2016-го. Напомню, американская армия и афганские силы безопасности ведут борьбу с боевиками группировки «Талибан». Последней крупной акцией экстремистов стало нападение на город Кундуз на севере страны. Талибы ушли оттуда только после 2 недель ожесточенных боев.